Итак, здравствуйте. Значит, давайте познакомимся. Вас как зовут? Александр. Александр, меня Катеньков Сенек. Соответственно, мы находимся где? В Саратове, да? Вот, значит, короче, мы, ну, я как интересуюсь здесь нынешней культурой и так далее. Значит, мы куда сейчас пришли? В сквер железнодорожников, да? И вы хотите нам показать, что же нам в этом сквере есть, ну и в других памятниках и парках, да? Да. Окей, пойдемте. Значит, мы здесь видим что? Ну, здесь это получается хоккейное поле, да? Это каток. Каток? Для жителей Саратова. Каток? Я что-то вижу, там чувак мячик пинает, а не клюшку. В летнее время здесь можно и поиграть в мяч. А, значит, получается, сквер железнодорожников, здесь, значит, все будет про железную дорогу, про железнодорожников и всякое вытекающее, да? Совершенно верно. Итак, мы подходим сейчас к первому нашему экспонату. Ну, у нас такой стоит почти паровоз старинных времен. Железнодорожный тружником с тыла Саратовского железного узла. Ну, короче, я так понял. Значит, вы нам хотите рассказать о нем. Что вы нам о нем расскажете? Об этом паровозе. Итак, что вы нам можете рассказать? Подожди ты! Это так, вон, переключалка какая-то. Ну, какая-то. Ну, сейчас нам объяснит наш великий экскурсовод. Посмотрите, он сейчас читает, узнает, и сейчас нам расскажет про вот этот поезд. Итак, все-таки наш экскурсовод решился и объяснит нам, что это за агрегат, что он себе представляет и так далее. Гео? Данный локомотив является памятником железнодорожникам и тружникам тыла Великой Отечественной войны. И, собственно, все. Это все, что смогли выучить? Ладно, значит, получается, он основан был на паровозной тяге, да? Пар там, чух-чух, там уголь кидаешь, он пшик-пшик едет, да? Да. А это что такое? Вот этот. Вы же в РЖД работаете, как же вы не знаете об этом? Хотя я тоже не знаю. Ну, значит, не, нам кто-то тоже нужен для обзора. Короче, вот смотрите, это получается... Ну, как у нас. Только у нас написано «Слава железнодорожникам», тут ничего не написано. А так вам подобно. Доска почета нам не очень интересна. Ну, за паровозом дальше в сквере. В сквере, в РЖД-сквере у нас. Что нам у нас ждет? Здесь только... Нет, здесь площадка. Я, конечно, не понял смысла.